This feeling inside of my soul is killing me. Всем привет, меня зовут Ники Макалин, и сегодня будет видео-хол. Сегодня вам буду показывать как покупки декоративной косметики, так и покупки одежды. И в конце видео вас ждет такой небольшой, но очень приятный конкурс, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Что-то давно у меня не было видео с покупками декоративной косметики. А знаете, почему не было? Потому что там у меня лежит коробочка с покупками декоративной косметики, но я почему-то решила подтянуть время, подумать и понять, что мне нравится, а что нет, и уже потом снимать видео-хол. Но это косметика уже до того давно у меня там лежит, что мне уже кажется, что она старая для такого видео, что я ей уже довольно много поюзала, чтобы снимать видеохол. Мне кажется, скоро уже будет пора снимать пустые баночки. Поэтому сегодня решила вам показать декоративную косметику, которая пришла ко мне вот буквально недавно, которой я еще не успела даже попользоваться, чтобы показать вам видеохол, а уже потом, если мне понравится, то я сниму видео фавориты, либо же разочарования, в зависимости от того, понравилось мне или нет. И в этот раз я приобрела себе корейскую косметику. Заказывала я ее на сайте Лунифера. Если кто смотрит меня давно, то вы могли уже помнить, что я как-то выигрывала у них в конкурсе. Мне прислали такую пудру-хайлайтер. Я там заказала вот такой вот крем для глаз от Мизон. Он идет с улиточной слизью. И давайте я открою, покажу вам, как он смотрится изнутри. Вот такой вот тюбик у него. И мне кажется, довольно неплохо для крема для кожи вокруг глаз. Достаточно большой объем. Мне кажется, хватит его надолго. Потом вам как-нибудь расскажу, понравился мне этот крем или не понравился. Кстати говоря, в последнее время у меня очень стала такая уязвимая именно кожа вокруг глаз. Следующее, что я взяла, это была уже именно декоративная косметика. Это был вот такой вот тинт для губ. Я им тоже еще не пользовалась. Он, как видите, у меня запакованный. Упаковка просто суперская, но по цвету я, конечно, не знаю, как он будет смотреться на мне. Как попробую, обязательно вам расскажу. Следующее, что я заказала, это был вот такой вот бальзамчик для губ от Тони Моли. Вы посмотрите, какая просто наимилейшая упаковка. Мне кажется, такая ягодка просто обязана быть в моей косметичке. И так как уже скоро будет лето, будет печь солнце, я взяла себе вот такую вот пудру от Миша. Она идет как раз таки защита солнца SPF 25. Посмотрите, как она красиво смотрится изнутри. И я себе как раз таки взяла оттеночек немного потемнее, для того чтобы когда я немного загорю, и пуховка здесь такая довольно неплохая, мне кажется, можно будет и ею воспользоваться, и запах у нее просто очень приятный. Одно удовольствие будет пользоваться этой пудрой. В принципе, это были все продукты, которые я заказала на сайте Лунифера. Также мне положили кучу пробников. И до этого, когда мне присылали мой приз, который я выиграла в конкурсе, там также лежали пробники. Мне кажется, это просто такой вот приятный бонус. Давайте уже тогда перейдем к одежде. Первое, что вы видите, это вещь на мне сейчас. Посмотрите, какая она просто бомбезная. Это кофточка со всякими вкусняшками. Сразу меня привлекла, когда я увидела ее на сайте. Здесь есть, как видите, и бургер. В общем, все, что мне нужно, все здесь и есть, все изображено. Мне кажется, что на весну, на лето просто супер, такая веселая, яркая. Может быть, кто-то скажет, что она не очень, не айс, но мне она нравится и мне пофиг. И, конечно же, мне было мало одной такой кофточки, одной такой футболки, яркой, с вкусняшками, так как я люблю покушать, поэтому я взяла себе еще одну футболку. Но только уже в белом цвете. Безумно классная футболка. Так что, если вам тоже нравятся подобные вещи, обязательно заглядывайте в инфобокс. Там будет ссылка на эти футболки. И заказывайте, если вам тоже такие нравятся. Также заказала себе еще полосатых вещей. Первое, это вот такая вот туника-платье. Очень классно смотрится. Я сейчас себе в глаз заехала. Красивая футболка, платье такое, знаете, незамудренное. Очень красиво будет смотреться с какими-нибудь необычными кедами. В общем, я еще пока даже честно не решилась, чем носить, но у меня, по крайней мере, есть такое небольшое представление моего лука. В общем, такая вот платье-туника, футболка, называйте как хотите. Очень приятная на ощупь, что-то сегодня у меня вообще с каким-то словарным запасом непорядок. И следующая вещь тоже идет полоску, как вы можете заметить, что-то я стала заказывать парные какие-то вещи, повторные, но это совсем другая вещь. Вот так вот она выглядит. И это такая полосатая кофта с длинным рукавом. На тот случай, если, допустим, мне будет холодно, мне будет прохладно, я смогу надеть вот эту вот кофту. Она идет такая свободная и очень круто смотрится. Мне кажется, даже круче смотрится, чем предыдущая полосатая. Классная вещь с какими-то рваными джинсами, с кедами. Опять же таки, будет очень круто смотреться на весну, на лето. Просто самое то. Заказала себе еще знаменитую вот такую вот масочку. Я думаю, что вы многие могли видеть подобные маски где-нибудь на фотографиях, в Инстаграм по меньшей мере. Вот так вот.
Я не знаю, зачем она мне нужна была, но я однозначно сделаю с ней пару фотографий, особенно с какими-нибудь бордовыми, красными губами. Мне кажется, просто супер будет смотреться. А куда ее носить? Наверное, никуда, только на маскарад. И последнее, что я вам покажу, что меня безумно порадовало и удивило на самом деле. Я себе заказывала очки, но ко мне пришло вот это. Это футляр от очков. Мало того, что мне положили вместе с очками футляр от очков, также положили вот такой вот мешочек для очков. И когда я этот мешочек открыла, то обнаружила еще один пакетик, в котором лежали очки. Заказала себе вот такие вот супер модные очки. Я знаю, что мне такие очки не идут, потому что мне кажется, что у меня лицо с ними становится какое-то более широкое. Но давайте я сниму вот эти очки и сейчас покажу вам, как они на мне смотрятся. Они такие, знаете, легенькие. На этом все, давайте уже приступим к конкурсу. Я вам расскажу условия, которые вам нужно будет выполнить, чтобы получить вот такие вот подарочки. Первый — это вот такая вот пудра в виде котика от Тони Моли, безумно просто мимимишная пудра. Второе — это вот такой вот бальзамчик для губ от Холика Холика. Мне кажется, что вот такие вот две вещи должны быть обязательно быть с собой всегда. И призы я выбирала сама. Я хотела какие-нибудь необычные призы, чтобы было вам весело и приятно получить их. В общем, победитель получит пудру и бальзамчик для губ. В общем, что вам нужно будет сделать, чтобы получить этот приз? Первое — это быть подписанным на мой канал. Второе — это нужно будет подписаться на мой инстаграм и на инстаграм Лунифера. Все ссылки будут внизу в описании. И третье — это поставить лайк под этим видео и написать в комментариях «я участвую», ну или же что-нибудь в этом роде. В общем, нужно будет написать слово «я участвую» обязательно в комментариях и вообще пишите все, что угодно. И многие сейчас мне могут сказать, что у меня нет инстаграм, но я хочу участвовать в конкурсе. И на этот случай у меня есть для вас выход. Вы можете просто вступить в мою группу ВКонтакте и вступить в группу ВКонтакте Лунифера. Тогда будут все ваши проблемы решены, и вы сможете участвовать в конкурсе. В любом случае, все условия конкурса я пропишу еще раз внизу в инфобоксе. Обязательно читайте, заглядывайте туда. Там будут все условия, сроки. Что-то я много уже наговорила. В общем, еще раз. Все условия конкурса будут внизу в описании в инфобоксе. Все ссылки также будут там. Сроки проведения конкурса тоже вы найдете там. Обязательно разворачивайте инфобокс. Мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!